четвертое место. Березкин вылезает на ворота. Передача, бросок, гол! Как же быстро «Локомотив» открывает счет. И какую классную комбинацию провели ярославцы. Максим Шалунов. Началось все с дальнего броска. Хафизулин не вывел шайбу. Каюмов ее подобрал и увидел свободного Березкина. Передача прошла через две чужие клюшки. И через Колидова, и через Башкирова. И передача получилась очень удобной и своевременной. Шалунов исполняет в касание, отмечает своего партнера. Сразу показал рукой. Хорошая передача.